вас искренне хочу поздравить с юбилеем этого студенческого фестиваля. Ему исполняется 25 лет. Я всех вас с этой датой сердечно поздравляю. Фестиваль объявляю открытым. В фестивале приняли участие победители городских и муниципальных туров фестиваля на Николаевской, города Орска, Медногорска, Новотроицка и Кувандыкского района. Наш город представляли лауреаты первой степени городского фестиваля студенческого творчества «Мы – это Орск». Где-то в России. Мне нужна твоя одежда. Мама, ты стирала вчера? Не спорь с Васей, уворачивай карманы. Наша команда представляет город Новотроицк. Команду нашу называют «Танцхолл». Мы существуем около года. Мы сегодня привезли два номера. Это первый номер «Фламенко». И второй номер – это «Эстрадный танец. От заката до рассвета». Главным поощрением для победителей зонального тура стало право участвовать в финале 25-го юбилейного Евразийского фестиваля студенческого творчества на Николаевской 2014, который состоится в городе Оренбурге с 23 по 25 апреля 2014 года.